Здание, которое мы предлагаем к вашей покупке, находится в уникальном месте. Это центральная часть города Советска, бывшего Тильзита. Здание 1868 года постройки, в стиле неоренессанса. И действительно, обратите внимание, выдержан этот стиль полностью. Рядом находится здание администрации, в другом стиле, это стиль барокко. Напротив известная, самая знаменитая скульптура этого города – лось. И пешеходная улица, где много вилл, где много домов, которые сохранились исторических. Мы обязательно вам про них расскажем. Памятник трамваю, ведь в начале 20 века, в конце 19-го, здесь уже было трамвайное сообщение. С другой стороны, гостиница «Россия», памятник Ленину, историческое наследие и прошлое советского периода.